Привет всем, с вами ваша Сила Баттерфлай, серебряная бабочка. Ну что ж, я почитаю фрагрантику. Там столько новостей, и я не успеваю свое делать. Танцы на балконе, еще репортажи про духи, косметику, расхламилку. Но я хочу почитать хотя бы для себя. Ну, раз сама читаю, с вами буду читать на камеру. Фрагрантика, значит, у нас сегодня октябрь наступил почти что. Вернее, не почти что, он наступил. Сегодня какое число? Господи, почти что. Сегодня 10-е. Когда вы это увидите, я не знаю, может быть, в январе, а может быть, ну, не знаю, посмотрим. А может быть, и вообще не поставлю, я просто поставлю так, приватно для клубовцев. Ирис Ардент. Новый аромат. Коллекция Le Prestige от Malinar. Ну, все, что связано с ирисами, это неплохо. Хотя меня иногда начинает бесить. То есть не бесить, а поддушивать. Ирис Палладиум. L.O. Primordials. Что-то такое. Аромат с характерным весенним характером. Осенний аромат с весенним характером. Заметила такую корреляцию. Весна и осень в последнее время стали друг с другом заигрывать. Такого раньше не было. Вот сейчас, допустим, до сих пор тепло, а весной слишком холодно, слишком долго и так далее. Херец Асаф. Город, накрытый туманом. Это новый аромат специально для Херец. Херец – это вот этот вот шикарный люксовый магазин в Лондоне с большой историей. В данный момент владелец отец Доди Альфаеда, который был любовником Дианы, которая была принцесса Диана. Ну, не знаю. Кстати, когда я была в Хэрис, там как раз-таки очень много ароматов специально для этого магазина, и они нигде не продаются, эксклюзивно только там, в Лондоне, и все. Наверное, как раз-таки с туманом, с Лондоном это и будет связано. Далее у нас идут новые ароматы. Их там миллион. Например, Retrospect под названием «Новый аромат» с названием Retrospect. Дебютный аромат американского косметического бренда Merit. Первый раз слышу. Надо же. Дальше. Виктор и Рольф. Magic. Lavender Illusion. То есть иллюзия лаванды. Опять же, красивая, захватывающая гранат. Хорошо. Lux Calm Avalapt. Сладострастный, роскошь и покой. Отсутствующая строка, суровая красота, неконгруентности. Написал Алекс Сейнвич Осипов. Далее. Pity Fragrance 2024. Запах музыки. Note Fluid. Сирен Сиера, Estee Lauder. Это все я, оказывается, уже читала. Что же делать? Я собралась делать видео распаковку. Ну вот я не знаю. Это займет кучу времени на отклеивание вот этих вот вещей. И как это сделать поподробнее, я не знаю. Я, наверное, сейчас это сделаю. А обзор буду делать уже в другом клипе. Просто я думала, что там куча новостей, а эти новости я уже почти другие все прочла. В каком-то другом клипе. Который не поставил, потому что у меня все как-то захлестывает. То одно, то другое, то какой-то звонок странный, допустим, происходит. То там мои переживания по поводу дружбы и любви, то еще что-то. Какой кайф! Может быть, все-таки сделать обзор? Быстренько. Давайте все-таки, знаете что? Давайте сделаем обзор ненадолго. Ой-ой, это у меня пудра полетела. Как вам нравится? Сейчас, наверное, я подниму, она будет одни осколки. Так, значит, что так, глосс? Костюмный Chanel Scent Cool Gloss у меня. Вот такой вот аромат я себе закупила. Дело в том, что у меня костюмов на Chanel, по-моему, три вида.
вот этот scent, потом scent intense, то есть scent это по-русски запах, потом intense это интенсивный запах и sheer, то есть такая дымка, запах. А вот этот я понюхала и пошла. Потом думаю, ну что меня так останавливает, где мне что-то нравится, не могу понять. Потом вспомнила, что я нюхала этот аромат, и вот прошла и купила. Такая заглушечка. И нанесем. Раз, два, три. Какой кайф. Вот опять же, только что мы проговорили. Весенний аромат осенью. Это вот прям вау. Если хотите себе подбавить настроение. Или добавить настроение, то вот сделайте вот так, как я. Сейчас. Вот этим вот scent cool gloss. То есть это cool, это прохладный gloss, это как светится. Scent это как запах, да. Почему-то у меня он такой кремово-персиково, как бы, ну, не знаю, не оранжевый, но все-таки, да, с переходом. Там на фрагрантике как-то очень тусклый розовый. Странное дело, но совпадает полностью название. Так что я читаю. Цветочный розовый, да, почти все так. Мне даже не розы, мне кажется, а вот какие-то розы осенние. Пудровый, мягкий, пряный, анисовый, мускусный, сладкий. Выпущен в 2005 году. Аромат Лорен Брюер. Значит, верхние ноты роза и звездчатый анис, средние ноты орхидея и базовые ноты мускус. Очень приятный. Такой, знаете, аромат, который не задушит, не убьет. Такой класс. Ой. Звездчатый анис, вот, наверное, он дает эту тему, потому что до этого не было вот такой вот напряженности, остринки, а вот она здесь прям так нужна, вот такая осенность в летности, да, то есть не в летности, а в весенности. Такие слова я создаю. Орхидея, вот я не знаю, как пахнет. Мне кажется, орхидея никак не пахнет. Если я не права, пожалуйста, поддержите меня. Самое главное, что у этого аромата есть такая фишка. Сначала вроде как, ну, обычный, ни о чем. Но потом он начинает слоиться. Давайте вот так я сделаю. Слоиться и ложиться на тебя слоями. И потом вот так вверх подавать себя, как бы. Ну-ка, давай-ка я о себе напомню. Немножко остренький, вот на мой вкус, да. И немножко такой розовый все-таки. Люди хвалят тут. Целые оды поют, если что. Ну, оды. Оды не оды, длинные такие репортажи во фрагрантике, но они все длинные. Так, и хочу еще посмотреть немножко, что создал Лорен Брюер. По-моему, он что-то создавал, что я знаю. Аква Азура. Угу, знаю. Все Аморы он создавал почти что. Аж 6 штук. Далее. О, так вот он и создал как раз-таки сент мой, который у меня есть. Потом он создал сент глосс, то есть это не кула, просто. Интенс это опять же он создал. И шир опять же он. Ну, называется. Все те же на манеже. Ой. Так. И камера почему-то у меня вниз идет. Так. Альфа Аго Факто. Какой-то Full for Love и Sacre Coeur. Для Элизабет Эрден он создал Red Door Revealed. Для Искады он создал мужскую Sentiment по Ом, господи. Для Глории Вандербильт он создал аромат Фаталь, который я не знаю, честно говоря. Я бы, конечно, попробовала 2002 года. Лакост он создал кое-что. Лабазье вот этот создал. Для Лалика. Для Ланком он создал Тропикс, который я очень хорошо знаю, но не купила, теперь жалею, 2006 года. Люсьен он создал для Люсьен Вондос. Морган, тоже я такой знаю.
аромат, ну, как бы, знаю, видела и слышала. Мюглер, Сальваторе Феррагамо, Инканта Дрим, который у меня есть. И Фраше Ирия он создал. И в Сан-Лоран он создал Пари Премье Розес и Пари Роз де Вержер. Вау! Так вот, представляете, такое портфолио. Я, честно говоря, еще хочу побрызгаться вот так. Гулять-то гулять. В общем, мне очень по нраву. Легкий аромат. Вот кто, кому надоели вот эти все амбры, эти удушливые меды, удушливые смолы. Вот это вот хочется вырваться и куда-то в свежую воду войти. Вот это сюда вам. А я полетела на свежий ветер. С вами была Силва Баттерфлай, серебряная бабочка. Пока-пока. Всего самого-самого хорошего.